Всем привет, меня зовут Шамбо, это прохождение игры Героем Меча и Магии. Мы по-прежнему застряли на третьей карте. Нас немного теснят соперники, а именно, по-моему, зеленый игрок. Сейчас посмотрим. Да, зеленый игрок, потому что они владеют очень разрушительной магией, и как-то им это удается. Нашей главной целью по-прежнему остается найти око... Чего? Давай-ка посмотрю я в условиях карты. Так, где это посмотреть? Инфо. Око Гороса. Чисто технически я знаю, где оно находится. Оно где-то вот здесь вот. Потому что нам открылась вот эта карта, вот этот кустик, потом вот эти каменюки, тут еще скалы. То есть чисто технически оно где-то вот в этом районе. Но где конкретно, сложно пока сказать, потому что непонятно. Так, ладно, продолжаем. На чем я остановился? Я захватываю города зеленого игрока, чтобы с ним расправиться. Потому что он уже мне надоел до безумия. Я просто иду в атаку. Всеми силами, которые у меня есть, которых у меня нет. Или которые у меня будут. Может, это невозможно. Так, что ты выходишь? Орков 20 нанять. Я думаю, рано. Зайди обратно в город. Спасибо. Так, здесь где у меня враги? Здесь нету. Так, тут эльфийка скачет на запад. Ага, вот около города один. У него есть заклинание шторма, и он опасен. Он может слить нашу армию. Так, давайте сделаем ход и посмотрим просто где кто, потому что я сейчас уже затрудняюсь ориентироваться, чтобы понять, где кто находится. Так, а здесь я еще не захватил. Почему? Захватили. Откроем на севере путь. Ладно, завершаем ход, смотрим. 4 героя. Жаль, что вот на карте нет никаких пометок или выбора маркетов, потому что сложно запомнить, где они тут скакали. Так, вот он первый. У него немного циклопов, и я могу его, я думаю, одолеть. Наверное. Я надеюсь. Давайте наймем всех, кого можно. И атакуем его. Думаю, такая армия справится с немного циклопов. Кроме того, зеленый игрок, он очень далеко перемещается. Я не понимаю, почему. Ничего себе, немного, 9 штук. Это аж охренеть, как много. Так, замедление кинули. Так, вы идите сюда. Стрельба. Ах, чу... Орт. Двух убили. Практически всех убили. Нет, это без вариантов, нужно заново начинать. Эти немного циклопов нам все ломают. А вот хотел на этот флажок попасть. У него очень сложно нацелиться. Ладно, сейчас заново загрузимся. Это отвратительный результат. Загружаем автосохранение. Окей, завершаем ход. Так, понять, где они тут лазят еще? Один где-то вот здесь скакал. Вот он. Это немного циклопов. Второй. Идет к этому городу, который недавно захватили. Окей. Он рядом с нашей армией. Давайте-ка его жахнем. Нет, сначала лучше город захватим, а потом мы его добьем. Вот сколько тут гидр? Кто-нибудь мне скажет?
Сломайте, пожалуйста, эту башню, чтобы я увидел их число. Минус 4 лучника. Пробили брешь. А я мог атаковать, но ладно, не будем. Все, умерли. Отлично, захватили. Теперь, где тут этот? Вот не хватает какой-то каплюхи просто. Займем город. Ресурсов 500. Да, давайте. Наконец-то купим книгу заклинаний. Я владею шахтой, благословением. Хорошо. А тут у них маленькая гильдия магов. Так, что у нас здесь? Лабиринт. Нужна крипта. Болото есть. Я же это могу спокойно взять. А что для тебя нужно? А, лабиринт, болото. Для болота нужна крипта. Крипт устроим. Так, дальше. Здесь на юге я за кем охочусь? Вопрос. И охочусь ли я вообще за кем-то? Я вроде как южные города освободил. Родную шахту пусть захватит новый герой. Ай-яй-яй. Хотя у меня 100 уже леса, почему бы нет. Нанять героя, кого нанять? Чернокнижники опасны, потому что наш враг и есть чернокнижник. Давайте их будем лучше себе нанимать, чтобы у него не было такого большого выбора героев-чернокнижников. Все, вернули шахту. Так. Здесь мы захватили. Тут я что стою, не знаю. Я обороняюсь. Здесь я хотел бы захватить, но кажется нереально. Давайте золото. А вот у него еще одна золотая шахта. Но я тут рискую очень сильно. Так, у меня тут все зеленое, зеленое, зеленое. Вот, конечно, его бы вот этого грохнуть. Но пойдемте-ка убивать горгулей. Может, они разбегутся. Так, это герой просто взять, подать, уйти, не мешать. Этот разведчик. Где еще синий игрок? Вопрос. Я очень давно синего игрока не видел. И мои противостояния все с зеленым игроком сейчас. Так, я стою в замке? Вроде бы да. Ладно, завершаем ход. Стоп, а что он там занял? Ему нужно будет использовать заклинание шторма, чтобы меня победить. А он не может использовать его. Хотя у него просто огромное число этих циклопов. Почему гарнизон наносит 22 единицы урона? Раньше он 32 наносил. Башни пока держатся, молодцы. Циклопы тоже держатся, уроды. Все, сломлено. Атакуем первыми. 77 гоблинов умерло. И они парализованы. Волкам нельзя пройти. Я думаю, это все стоит переиграть, а может магию использовать. А у меня нету магии. Никакой. Очень-очень много циклопов. За счет своего здоровья они могут создавать огромные проблемы. В отличие от тех же паладинов, у которых здоровье всего 50 единиц, и что они сделают? Да, они ничего не сделают. Сжигают. Да, давайте завершим и загрузимся. Я не понял, какой он замок захватил. Сейчас я приму капитуляцию. Давай я не буду на это внимание обращать.
Так, какой он замок у меня захватил? Во-первых, этот. А в какой-то он еще другой просто зашел. Какую-то крепость он зашел. А, вот. Ага. Да, как мне там защититься? Вот эту нужно защитить. Вот он сюда и намылился. А тут некем защищать. Я что-то забыл про защиту этих рубежей. Так, ты кто? Да, я основную армию увел. Думал, этот дурачок там скачет. А он, оказывается, сюда приехал. Ладно, будем отправимся за ним в погоню. Кого здесь можно еще построить? Логово волков. Давайте построим просто, чтобы у него не было волков. Или дольше продержаться. Потом он вот эту крепость атаковал. Внимаем. Просто так не сдадимся. Да выйдя в такую армию, он может испугается, кто его знает. Дом огров. Давайте построим. Ну, 4 огра, окей. Завершаем ход. Так, первая атака. 59 кентавров. Вот бы мой гарнизон сейчас стрельнул в кентавров, это было замечательно. Орков взяли под контроль. И всего лишь 9 убило. Давайте еще раз убейте горгулью. Отлично, действительно убили. У меня есть еще шансы. Да и неплохие шансы. Хотя нет, волки сейчас могут меня сожрать всех. А как мне свое войско вывести сюда? Почему здесь ворот нет? А кентавров осталось на 2 выстрела. А они тоже потерпели поражение? Или они захватили так мой замок? Постойте. Он вот этот же атаковал? Да, то есть я как бы потерпел поражение, но не проиграл. Артём Лобов, победа поражением. Именно так это и делается. Так, сейчас бы понять, кто, где и зачем, почему. Так, немного-много. Ты тут охраняешь. Ты скакал защищать, поэтому скачи, защищай. Здесь я шел разведывать, захватывать. Захватили, отлично. Беседка. Нафиг не сдалась. Дальше. Здесь горгулий. Ну, давайте проносим юг. Горгулий, вы сумасшедший. Почему вы не хотите сдаться, присоединиться? Против вас такая ордища. Убьют они друида? Эльфов не должны же. Не убивай, пожалуйста, эльф. Один эльф умер. Уродцы. Yeah.
Зачем я навелся атаковать? Один друид, один эльф. Ладно, допустим. И тут на юге ничего нет. Так, ты у меня здесь захватывай золото. Давайте сохранимся, посмотрим, насколько укреплено это поселение. Атака. Так, 5 этих. Тут непонятно еще, сколько их вообще. Цифры закрываются. Писали бы в конце или над ними было бы видно хотя бы. Гаргулья умрет. Эти тоже грифоны умрут. Ай. Атаковать циклопу. Давайте атакуем. Они в любом случае наш смогут. Один циклоп погиб только. Ай. А их многовато получается. Всадники, отступите лучше. Давайте я вас верну назад. Пусть циклопы сами атакуют. 4 штуки. Ну тогда их паладины забьют. В этот ход. Отлично, убиты. И гидр сейчас добьем. Ай. Отлично. Еще один город зеленого захвачен. У них получается вот этот городок. И может еще один здесь. То есть мы фактически уже остановили его. А, и у него еще одна золотоносная шахта под боком. Ну просто равные условия. Так, что я здесь делаю? Я здесь... не знаю. Посмотрим будку. Беседку. 1000 опыта. Так, здесь все. Завершаем ход. Я считаю, что отлично мы провели этот ход. Угу. А сейчас им придется либо использовать заклинание бури, либо сливать армию. Убьем этих, чтобы не мешались, не отвлекали. Ждем. Отлично, один циклоп умер. Черт, стена умерла. Так, идти прямо и атаковать отсюда. Ай. Нет, я проиграю это сражение теперь. Тогда загрузиться лучше. А как вот сейчас из боя выйти? А никак не выйти. Я тогда еще найму существ или хотя бы героя, чтобы совладать с ними. Загружаем. Автосохранение. Вот какой замок он атаковал? Этот? Нет, там у меня должны орки стоять еще. Вот этот атаковал. Ух, пусть попробует теперь. Пусть только попробует атаковать. Пусть пробует. Я посмотрю на это. Завершаем ход. Замок не атакован. О чудо. Так, только вот где он тут скачет? Он поскакал на север, к этому. А где мой заводчик? Вот он.
Надо бы к нему скакать. Так, ты здесь просто тусишь. Ты разведчик. Давайте посмотрим. Где-то вот здесь должен быть еще синий игрок. Но он очень слабый. Точнее, очень ослаблен. Так будет вернее. А ты... Шахту забираем. Смотрим еще парочку. Это я защищаюсь. Здесь я буду атаковать сейчас лорда Харта. Надо было лошадей куда-нибудь сдвинуть по центру. Не достают. Хоть убей, не достают. Черт, а вот это отвратительно. Сейчас мои копейщики убьют. Основа этого отряда почему-то копейщики. Даже спустя все это время по-прежнему они остаются. Отлично. Ускоришься? Супер. Крестьян или гидр? Давайте гидр лучше. Минус одна. Надо подальше от лошадей уйти. О, забьем крестьян. Фу. Нет, не убило. А, убило теперь. До свидания. Отлично. Одна угроза устранена. У него, скорее всего, здесь один замок остался. И, может, еще один где-то тут. Так, дальше. Мы защищаемся. И мы атаковали сейчас. Этот я смотрел или нет? Вопрос обелиск. Попробую посмотреть. Вот, а, вот этот замок нужно забрать обратно же. Так, завершить. Я вроде сделал все отлично. Да, завершить. Сделал все отлично. Нужно защищать столицу. Кто у меня тут стоит? Ну, он сейчас опять обделается и убежит. Ну, попробую такую... Нет, вас мало. Мало, мало. Наймем. За счет паладинов, я думаю, он не станет применять заклинание бури или нет места. Хорошо. Хотя в этом ничего хорошего. Так, проносим юг. Метод артефакт никто не брал. Что он дает, клевер? Увеличивает удачу. Хорошая удача. А почему не прибавилась еще одна радуга? Так, это я защищаюсь, это я атакую. Вопрос. Сохраняемся. Практически атакую, и все герои нет. Это мой загонщик. Это мой разведчик. А вот он, синий герой. Ага. Что-то мне стрёмно тут стоять теперь стало. Совершаем. Они решили все-таки атаковать. Смело. Будут использовать заклинание дождя. Потому что иначе, ну как они победят такую армию? Или они сломали? Нет, не сломали вроде. Склопов лучше. Отлично. Минус один циклоп, они могут атаковать. Они в любом случае до меня дойдут, мне кажется. Давайте ударим первыми. 27 урона. Это сильный, очень сильный герой. Защита лучников. Паладина, идите в атаку. Еще минус один. Паладина... Они ж ударят на две клетки. Ладно, рискуем. Да,
Сейчас я должен победить. Крестьяне, убейте их. Какие же вы бесполезные. Бесполезные, но храбрые. Отлично. Удар, победа. Давайте я отступлю. А что происходит?